Еще одна вещь, которую я не понимаю, это... Блять, я не понимаю столько вещей. Мне каждая минута моего существования содрогается от того, насколько я не понимаю что-то. Я как ебаный Аристотель, который попал в наше время. Еще одна из вещей, которых я не понимаю, это повсеместное увлечение пригородами сейчас. Просто пиздец. И я живу в центре города. Мне это нравится. Потому что у нас здесь в центре есть всякое дерьмо, которого нет в пригородах, которого нет на окраинах. Много всякого охуенного дерьма, которое... любят и ради которого едет в пригороды. В пригородах у людей есть только чистый воздух. Ненавижу эту... У нас здесь чистый воздух. Ненавижу, когда мне говорит о чистом воздухе чувак, который 10 раз в день в своем загородном доме выходит на свою террасу и курит Капитан Блэк. О, да, прости, чистый воздух. Твои легкие, конечно, намного чище моих. Ничего, что ты куришь, блядь. Зачем тебе чистый воздух, мать твою? Твои дети курят, твоя тупая жирная жена курит. Потому что, не знаю почему, просто она жирная. Я уверен, я вижу, какая она жирная. И чистый воздух. И то, что там живет мало народу, очень просто. Знаете, почему там живет мало народу? Потому что там дерьмово. Это лучший показатель того, что там дерьмово, то, что там живет мало народу. Потому что в центре живет дохуя народу, потому что там охуенно. Люди ездят туда, на работу, на это, каждый мечтает жить в центре, потому что это охуенно, и там действительно много народу. Естественно, в деревнях нет мало народу, на Чукотке нет народу. Это не значит, что на Чукотке охуенно жить. Хотя я не исключаю такой возможности, я не был на Чукотке, и никогда не буду. Помяните мое слово, тот момент, когда я окажусь на Чукотке, будет... точкой в моей карьере. Но я не понимаю этого, потому что... люди просто еще и... они любят проводить время за городом. И меня последний раз меня вытаскивали за город, это был 2008 год или это, я не помню, кто тогда был. Путин или... Я о том, что я просто хотел поесть с друзьями шашлыков. Я не ел шашлыков уже 2 года, потому что я не люблю ездить куда-то, и у меня недостаточно денег, чтобы заказать шашлык где-нибудь в кафе. Потому что я нищеброд. Но... я хотел поесть шашлыков, и я поехал, и я просил, давайте поедем в Удельный парк, он находится у метро, и мы сможем посидеть там, там можно жарить шашлыки, и все будет прекрасно. Нет, там очень много людей, и куча детей бегают вокруг, мы поедем в Вольгино. Я извиняюсь, что смущаю вас топонимами из Санкт-Петербурга, но просто представьте себе, что Вольгино — это когда вы едете в какую-то... новую Ебенёвскую станцию метро, на которую вы никогда в жизни не окажетесь, если вы нормальный человек. Есть такие станции метро, на которые не хочется попадать. Митина в Москве, не знаю, там. И если вы туда попали, то либо вы там живете, либо хуй знает, что вы там забыли, потому что нормальные люди там ничего не делают. И вам приходится ехать на одну из таких станций метро, потом ждать маршрутки. А это ёбаное лето, когда... жарко, что пиздец, вы ждете этой ебучей маршрутки, и вы садитесь в нее, и маршрутка переполнена. Маршрутка всегда переполнена, я... поэтому я не понимаю людей, которые ездят на маршрутках. Они говорят, что в автобусе тесно, в маршрутке также тесно. Это то же самое, просто вам приходится платить чуть больше. И вы тащитесь 30 минут в жаре и приезжаете за город. Но за город — это еще не точка, где вы начинаете веселиться, вам еще нужно пройти пешком. И пройти нужно дохуя, потому что все время найдется какой-нибудь дегенерат, который скажет: «Нет, эти места слишком попсовые, я знаю одно пиздатое место, куда мы и пойдем». И вы ебеете 30 минут под жаре, мимо кучи пьяных уёбков, приходите в место, и что же вы там видите? Людей там ничуть не меньше, чем в ёбаном Удельном парке. Если не больше. И вы жарите свои шашлыки там же, предвкушая то, что вы сейчас напьетесь, и вам придется идти это обратно. Опять ждать маршрутку, которой можете не прийти. Тогда вам придется ловить машину и сосать хуй за то, что вас довезли до города. Ехать до города, и даже оказавшись в городе, вы оказываетесь здесь, в Новоебенёвской станции метро, после которой вам придется добираться до дома. И после этого пригороды охуенные. Я лучше буду лизать хуй.